Всем привет, дорогие друзья! Сегодня на ужин, как вы знаете, я люблю очень быстрые блюда. Я готовлю салат из печени. Я отварила печенку куриную в подсоленной воде. Сварила 5 яиц, отделила их уже желтки от белков. И приготовила 250 грамм сыра. И луковка у меня 80 грамм. Вот и весь набор продуктов. Также у меня майонез для смазывания. Если вы хотите меньшей заморочки, можно вообще его покрошить вместе, все перемешать, вот будет вам салат. Но я немножко заморочусь, не совсем уж так какая ленивая. Потру все на терочке. На своей знаменитой терке. Слоями, да. Хоть у меня и есть новая терка, но я ее не люблю. Я люблю вот эту свою, старую-престарую. Советскую еще, да? Да, это приданное мое. Так, это мы трем белок. Все очень быстренько разравниваем. По желанию добавляем соли. Подсаливаем. Хотя майонез соленый, кто не хочет, не солит. Я никакие сеточки не люблю. Я люблю побольше слой. А то наделают сеточку. Есть нечего. Так, сейчас я это все размажу. Все, первый слой у меня готов. Второй слой у меня печень куриная. Я ее тоже тру на терке. Чтобы на весу не было, я взяла вот разносик и буду на разнос тереть печень. Хотите, можете порезать ее, хотите, можете потереть. Перекладываем печень. Мне кажется, печень прям так не пожалела. Мне кажется, это правда. Я же готовлю на ужин нам сытный салат. Это куриная печень? Да. Типа скажут, а что вы на ужин ели? Да, там салатик поели. Тут оказывается салат такой. Ну и, конечно же, на печень я тоже обильно пропитываю. Ну, печени там много, чё уж. Надо побольше. Чё, скромничать-то, да? Да. Здравствуй, холестерин. Так, теперь мне нужно порезать луковку. Это лук свежего урожая. Трем сыр. Выкладываем слой сыра. Остался последний слой. Мне надо покрошить вот этот желток на мелкой терочке.
такой вот салатик получился. Вот такой вот салатик получился. Не только сытный, вкусный, но еще и красивый. Так что приглашаю всех к столу. Всем приятного аппетита. Вот такой у нас сегодня чудесный будет ужин. Можно, конечно, дать ему пропитаться, но когда очень хочется кушать, можно кушать и сразу. Всем пока-пока, до новых встреч, увидимся.